Впервые полицейские Шымкента вышли на связь с жителями страны по скайпу. Руководитель городского отдела полиции Данияр Мейрхан пообещал, что подобная связь с гражданами будет проводиться один раз в неделю. Жители также могут отправлять свои жалобы и сообщения полицейским по электронной почте. Так, например, на WhatsApp-мессенджер экстренного вызова телеканала ОТРА очевидцы отправили видео. По словам автора, видеоматериала примерно в 1:30 по дороге с Сайрама в Шымкент в районе Казбек-Алиторга была замечена спецмашина, двигавшаяся на большой скорости. В этот же день было отправлено еще одно видео. По словам автора, сотрудник правоохранительных органов, двигаясь на авто, не пристегнул ремень безопасности. Происшествие произошло по проспекту Таукихана. Полицейские задержали двух жителей Туркестана, которые занимались выращиванием марихуаны. 6 сентября в ходе рейдового мероприятия «Кокнар» были задержаны двое граждан 76 и 40 лет, которые выращивали во дворе дома марихуану. При обыске были изъяты 5 кустов молодых саженцев и еще несколько свертков наркотического вещества. Согласно судебно-криминалистической справке, было изъято 135 граммов сухой и 20 граммов несушеной марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В Шымкенте проводится акция «Осторожно, дети». В ходе мероприятия сотрудники полиции провели разъяснительную работу с первоклашками школ номер 55. Правоохранители рассказали детям о важном значении дорожных знаков. После познавательных занятий детям были показаны поучительные мультипликационные фильмы. Стоит отметить, что с началом года в Южно-Казахстанской области произошло 246 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Из них 20 несовершеннолетних погибли и 240 получили травмы различной степени тяжести.